Okay, so welcome everybody. Добро пожаловать. I cannot see all of you. Я всех вас не вижу. But I know you're there. Но я знаю, что вы там. We're going to start with a short meditation. И что мы будем делать? Мы начнем с короткой медитации. Okay, so well, everybody knows what is meditation, but let's be sure that we mean the same thing. Все знают, что такое медитация, но давайте будем уверены в том, что мы все об одном и том же думаем. Okay, meditation, at least for me, it means that we are trying to get deeper and deeper in contact with ourselves. Медитация, по крайней мере для меня, означает, что мы стараемся все глубже и глубже войти в контакт с самими собой. So most of the time we just have our mind shutting. Большую часть времени наш ум постоянно что-то говорит. We are so used to hear our mind voice that we think is normal. И мы так привыкли слышать голос своего ума, что считаем, что это нормально. But it's not. Но это не так. Actually, our mind should talk only when there is something to say. Наш ум должен говорить лишь тогда, когда есть что сказать. And in the rest of the time, we would be in our inner silence. А в остальное время мы будем находиться в своей собственной тишине, внутренней тишине. And the problem is that when our mind is chatting, we cannot be in this silence. И проблема в том, что когда наш ум говорит, мы не можем находиться в этой тишине. And that means we are in a mental state. И мы находимся в ментальном состоянии. And we are not connected with our soul. That means that we are lost. We are confused. И тогда мы не соединены со своей душой. Мы можем быть в замешательстве, мы можем быть потеряны в таком состоянии. So what we are trying to do, we are trying to get more and more deeper in connection with ourselves. Что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся создать более глубокую связь с собой. Okay, so it's not black and white. You know, it's not like you are totally in the mind or totally with your soul. Это не так, как черное и белое. Вы не можете быть только в уме или только находиться в полном контакте с душой. There are many shades. Есть много разных оттенков. And the more we get used to it, the more we are able to get in touch with our souls. И чем больше мы привыкаем к этому, тем больше мы сохраняем контакт со своей душой, налаживаем контакт с душой. The more we practice, and the more we are able to go deeper and deeper. Чем больше мы практикуем, тем более мы способны пойти все глубже и глубже. There is nothing to do. Не нужно ничего делать. In this moment there is nowhere that you have to put your attention but your breath. В этот момент не нужно свое внимание уделять ничему другому, кроме дыхания. There is nothing else important in this moment. Нет ничего другого, что имеет значение в этот момент. You can give yourself just a few minutes of your life to be here. И вы можете дать себе всего лишь несколько минут своей жизни, чтобы находиться здесь. Thoughts will come by time to time. Мысли будут появляться время от времени. You notice them. Вы их замечаете. But you don't give any attention.
но вы не уделяете им внимания. You don't give any energy to your thoughts. Вы не даете никакой энергии своим мыслям. You don't fight with your thoughts. Вы не боретесь со своими мыслями. Because to fight with your thoughts means to give them energy. Потому что бороться со своими мыслями значит давать им энергию. And every time you notice that you are following a thought, say okay. И всякий раз, когда вы замечаете, что вы убежали за мыслью, вы можете сказать себе «хорошо». Don't feel guilty. Не чувствуйте себя виноватыми. Don't make a drama out of it. Не нужно расстраиваться из-за этого. Just smile and go back to your breath. Просто улыбнитесь и вернитесь к своему дыханию.